Обеспечение безопасности государственной границы – главная задача пограничного ведомства Беларуси, как, впрочем, и любой другой страны. Желающих незаконно пересечь кордон немало, как и тех, кто по незнанию нарушает правила временного пребывания и передвижения в пределах пограничной зоны и полосы. Так вот, в решении Брестского облсполкома об установлении на территории Брестской области пределов пограничной зоны и пограничной полосы вдоль государственной границы Республики Беларусь с Республикой Польша и Украина, говорится о том, что погранзона на всей территории Брестской области увеличилась за счет включения ряда новых населенных пунктов, которые для стражи границ имеют немаловажное значение при выполнении задач по охране и обеспечению безопасности на участке Брестской пограничной группы. В соответствии с указанным нормативно-правовым актом, данные изменения направлены в основном в сторону увеличения на белорусско-польском и белорусско-украинском участках границы. Вместе с тем из пограничной зоны и полосы исключаются места массового отдыха граждан, в том числе и туристические маршруты Национального парка Беловежская пуща. Предельно внимательными следует быть жителям города Бреста. Пограничная зона в пределах черты областного центра, прилегающая к государственной границе, также увеличилась до 100 метров относительно существующей в 30 метров. Напоминаем, что правила временного пребывания и передвижения граждан в пределах пограничной зоны и полосы остались без изменений. Вместе с тем, за нарушение законодательства о государственной границе предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 50 базовых величин. Принятое решение об установлении на территории Брестской области пределов пограничной зоны и пограничной полосы имеет важное значение. Пренебрегать законом, конечно, не стоит, ведь за этим последует непременное наказание. А чтобы подробнее ознакомиться с нововведениями, жители города и области могут обратиться на сайт право.by.